Здесь закрыто. Карманчик, ручки. На плечо. Впереди вот так сеточка. Здесь шнурочек открывается. И вот такой получается. Ну, это наша подушечка, такой домик. Сейчас Аяша. И вот Аяша. Ну там 4 Аяши поместится. Вот так. Такой домик здесь. Вот. То есть она может спокойно там стоять. Ну, по крайней мере, мне кажется, это удобно. Вот так. Ну, я вот в этой поместке получала мальчика, он побольше. Иди, молодец, Аяша. Так. Потом, смотрите, он еще здесь открывается. Вот так полностью. Вот он как выглядит. Жесткое дно, жесткая спинка. Это тоже такое жесткое. А, тут нужно вытащить их и постирать еще этот пластик. Как хорошо придумано. Неплохая переноска. Две покупали, она стоила что-то около 700 или 800 рублей. Здесь цены нет. То ли 790, то ли. Да, по-моему, 790. Размер я замерю чуть позже.